Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Продовжуємо говорити про вступну кампанію 2021. Я радий вітати, дуже радий вітати в нашій студії голову Ради адвокатів Одеської області Йосипович Пронс. Пане Йосипу, вітаю. Ми проводимо зараз цикл програм, присвячених саме вступній кампанії. І так підрахували, що нас найпопулярніших, найзатребуваніших спеціальностей, професій, які обирають абітурієнти, майбутні студенти, це професія адвоката. На вашу думку, чому адвокат і сьогодні залишається такою популярною професією? Молодь хоче бути не просто юристом, а саме адвокатом. Професія юриста, в частності адвоката, вона завжди була престижною. Но если профессия юриста, юрисконсульта, она не пользовалась уважением или авторитетом каким-то в Советском Союзе, то профессия адвоката, она всегда, в общем-то, привлекала внимание людей, которые хотели получить образование, а некоторые просто понимали, что это призвание их стать адвокатом. Хотя стать адвокатом в советское время, например, было очень тяжело, потому что прием как бы в адвокатуру был очень ограничен, принимали определенное количество людей, исходя из количества жителей, проживающих в определенном населенном пункте. Примерно на 13 тысяч человек один адвокат. Вот такой пропорции. Притом эта численность коллегии адвокатов, она была стабильна. Значит, должны были, кто-то заболел, ушел или ушел на пенсию, на другую работу, тогда можно было принять на его место другого человека, молодого адвоката. И вот таким образом адвокатура как бы составляла такую вот устоявшуюся организацию, но должен сказать, что уровень той адвокатуры, которая была, которую я помню с 60-х годов, середины 60-х годов, конечно, она была гораздо выше, чем сегодняшний уровень адвокатов. Не все сегодня тоже есть очень серьезные и грамотные адвокаты, которые пользуются спросом, пользуются уважением граждан. Но вот общий уровень, если брать адвокатуру или, скажем, вот коллегию адвокатов, то сегодняшнее общество адвокатов у нас, оно, конечно, проигрывает в профессиональной подготовки проигрывает старшему поколению. Потому что учились действительно, и подготовка была лучше, требования жестче, и ответственность адвокатов к выполнению своих обязанностей тоже была весьма высоким. Может быть, это все в Советском Союзе держалось на страхе и на дисциплине, но как бы там ни было, ведь гражданина интересует качество помощи, которое ему оказывают. А как это уже адвокат добивается этого? Усидчивостью, там, изучением материалов, литературы и так далее, и так далее. Клиента не интересует, он видит уже готовый продукт. Или адвокат оказывает ему помощь, либо это, так сказать, безразлично относится к своим обязанностям. Поэтому вот так получилось, что мы до сих пор вспоминаем, я уж не говорю о том, что мы вспоминаем адвокатуру присяжную, которая была при царе Александре II. Это были действительно выдающиеся судебные деятели. Мы до сих пор, когда говорят, что адвокатура должна двигаться вперед, я говорю, нет, адвокатура должна двигаться назад, к тем образцам присяжной адвокатуры в профессиональном плане и морально-нравственном. Они были высокоморальными людьми, изгоняли беспощадные сословия людей, которые в чем-то могли нарушить вот эту высокую нравственность. Все ж таки, розпочинається все з освіти. Ми знаємо, що 20 років тому Одеська юридична академія стала першим університетом, який почав професійно готувати адвокатів. Ви також викладаєте в цьому виші. Коли розпочали, своїми враженнями, поділіться, будь ласка. Ну, мені прийшлося нашим університетом столкнуться еще в 61-м году, когда я поступал только. У нас открылся юридический факультет в университете. Это было заочное вечернее отделение. Я вот поступил на второй курс после того, что был уже первый курс. Вот мы поступили, и курс был очень у нас такой, если можно сказать, серьезный, потому что вышло достаточно большое количество профессионалов хороших. Судей, адвокатов, прокуроров.
Вот, и мы, правда, мы, у нас было вечернее отделение, стационар в университете образовался только в 67-м году, но, по крайней мере, очень серьезные требования и очень хорошие знания мы получали. Великолепные преподаватели, начиная с незабвенного или Вениаминовича Шерешевского, блестящего знатока римского права, одного из немногих знатоков в Советском Союзе. Ну и другие преподаватели были на очень высоком уровне. Сегодня тоже Академия обладает большими возможностями по воспитанию поколения юристов, и преподаватели относятся добросовестно, но количество студентов возросло неимоверно, как и количество вузов в Украине, что вызывает удивление их численность. А потом начинаешь задавать себе вопросы, а кто ж там преподает в этих вузах? И какие знания получают те студенты, которые в конце концов получают диплом об окончании юридического вуза? Что они, какими знаниями обладают? Эти же вещи не могут не волновать и общество. Вот я не знаю, там в правительстве задают себе вопрос, а зачем в Украине такое количество вузов? Зачем? Для кого вы выпускаете? Для кого? Для нужд народного хозяйства? Для нужд страны, ну, уже, по-моему, закрыли уже этот вопрос, потому что юристов, ну, я не знаю, они могли бы занять уже все должности. Сегодня в Украине 60 тысяч адвокатов. 60 тысяч. И самое главное же здесь не количество, здесь же качество играет значение. А качество – это серьезнейшая подготовка, самое серьезное отношение студентов к тому, что они изучают. Не поверхностно, как многие сейчас учатся, знаете, вот так вот до конца, либо лишь бы не бросить вуз, а потихонечку там вместе со всеми, все равно экзамен сдадут и диплом получат. Что он будет делать с этим дипломом? Ему надо учиться заново профессии. Ему нужно начать много читать. А кто начнет читать в зрелом возрасте? Как правило, не начинают, заканчивают. А читать надо было раньше, в юности. Надо накапливать этот багаж, потому что от чтения появляется речь, от речи появляется правильное написание документов. Ну, а заставляет и одно, и другое заставляет задумываться, заставляет мыслить, делать выводы. И человек взрослеет, потому что вот великие говорили, что общее образование, общий интеллектуальный уровень, он должен быть выше специального. Специальное уже потом, это конкретное. А вот именно вот этот общеобразовательный уровень, когда смотришь на адвокатов присяжных в царской России, они знали великолепную историю, литературу, психологию, медицину. Они разбирались во многих вещах, знали по 2-3 языка. Это норма была. Понимаете, почему я говорю «назад к ним»? Потому что нам бы достичь хоть половины того уровня, которыми они обладали. Понимаете, нас это очень волнует. Мы учим молодых адвокатов, мы видим, некоторые действительно с желанием это делают и хотят вырасти в профессионалов, и многие добиваются. Тут нельзя сказать, что вот все вот такие вот. Да, у нас молодые такие звездочки появляются, которые, о которых узнают, к которым обращаются, и которые понимают, и они растут буквально на глазах. Они постоянно накапливают новые и новые знания для того, чтобы прогрессировать в профессии. Если человек, получив свидетельство адвокатское, не повышает уровня своих знаний, он уйдет на пенсию по-прежнему ремесленникам, так ничего не познав и ничего не достигнув. А нужно становиться не ремесленником, нужно становиться профессионалом, притом профессионалом с большой буквы. Ремесленникам, ну это в каждой профессии такое получается. Сегодня уровень нашей профессиональной подготовки, это не только юристов, а врачей возьмите, а инженеров. Сегодня общий уровень, потому что все начинается со школы, которая не дает тех знаний, которые давала раньше. Є важливий плюс, як на мене, в юридичній академії, що ті випускники, про яких ви згадали, от коли вони стають відомими, кваліфікованими, практикуючими юристами, адвокатами, повертаються в університет і допомагають молоді познавати. Да, я знаю, що многі на кафедрах
работают, читают лекции студентам, конечно, делятся опытом. Это естественный процесс, а как иначе? А как иначе? У них тоже не превращается в этих скупых рыцарей, которые сидят на мешке там со своими богатствами и ни с кем не делятся тем, что приобрели за время учебы в университете, в академии юридической. Конечно, поэтому мы никогда не, например, я имею в виду адвокатов, кого приглашают там выступить, ну и работать там в качестве преподавателей, мы никогда от этого не отказываемся. И многие наши адвокаты преподают на юридическом факультете, ну, в юридической академии. Поэтому это нормальное явление. Было бы желание у студентов как можно получить от этих специалистов, потому что они уже непосредственно столкнулись с профессией, они уже знают, чему можно научить, что нельзя делать в адвокатуре. Нам же нужно учить еще не только, что нужно делать, а чего делать нельзя. Об этом как раз говорят правила адвокатской этики, которые совершенно необходимы, потому что это составная часть профессии. Не может быть безнравственного адвоката. Понимаете? Не может быть. Потому что безнравственный человек, он может и обмануть, и подвести, и прослыть мошенником, пообещав клиенту там великолепный результат по делу, просто не понимая, что не от него зависит. От него-то многое зависит, что он должен, но в конце концов решение это принимает не он. Решение принимает там следователи, судьи, но не адвокат. Адвокат же может только просить разрешить таким образом спор гражданский. При осуждении осудить по той статье, по которой он считает необходимо осудить, в какой мере наказание тоже адвокат может предложить. Но в конце концов решение принимает не он. Поэтому мы адвокатов учим. Нельзя ничего обещать, потому что обещают только мошенники. Потому что как может адвокат обещать, у вас все кончится хорошо, он выйдет на свободу и так далее. И очень попадают в неприятные ситуации, когда вот такое наобещают, а потом приговор суда и 8 лет лишения свободы. И когда начинают адвокату задавать вопросы, как же вам не стыдно, вы же обещали, он говорит, ну я думал, что все будет хорошо и так далее. Вот уровень некоторых адвокатов. Есть такие, к сожалению. Мы понимаем, что и всегда в беседах, в лекциях с адвокатами мы объясняем им, что вести себя подобным образом нельзя. Адвокат просто должен быть честным, порядочным человеком. Умови, які створені, ну, завдяки в тому числі в першу чергу президенту юридичної академії Сергію Ківалову, вони допомагають студенту набувати статус кваліфікованого адвоката. Потрібно бажання? Да. Я вам скажу, конечно, это очень важный момент, потому что меня это настолько удивило, когда я увидел, в каких условиях сегодня студенты обучаются в юридической академии, потому что мы заканчивали юридический факультет университета еще в далекие 60-е годы. На Щепкино у нас была аудитория там маленькая на втором этаже, и полная аудитория, где-то курс был 50 человек, все это было все в таких каких-то крохотных помещениях, требующих ремонта и так далее. Бедность была во всем. Сегодня такие условия, не зря говорят, что это лучший вуз на Украине, но я знаю, что по крайней мере по тем условиям, которые созданы для студентов, это бесспорно лучший вуз. Я видел все, и подземные тиры, и стадионы, и библиотеки, все это, аудитории какие. Просто зависть берет, что мы когда-то не учились, в таких же условиях не находились. Но это очень хорошо. Значит, студентам не надо ни на что отвлекаться, как бы на вот эти вот... Там, у них нет проблем, что чего-то нет и так далее. Все великолепно. Условия... Только студентам остается только одно – учиться. И общежития какие великолепные. Все на самом высоком уровне. Президент юрокадемії Сергій Ківалов наголошує, що випускник університету завжди не має проблем з працевлаштуванням. Так, це дійсно є такий факт. А ось кваліфікований адвокат, молодий, який вже випустився. Как легко ему найти? Нет, значит, то, что Сергей Васильевич говорит, да, некоторых студентов распределяют там в прокуратуру, в органы местного самоуправления. У нас требования ко всем одинаковым. Студент закончил учебу, получил диплом,
Он может, для того, чтобы стать адвокатом, он должен, у него же нет стажа работы по специальности юриста. Закон говорит, он должен, чтобы его был допущенным к экзаменам, у него должно быть 2 года стажа по специальности юриста. А так как этого стажа нет, то он должен пройти двухлетний период в качестве помощника адвоката. После этого, когда он пройдет определенное обучение адвокатов, он составит необходимое огромное количество документов, прослушает массу лекций, перечитает много книг, вот тогда он будет допущен к квалификационному экзамену. У нас работает квалификационно-дисциплинарная палата, комиссия, которая состоит из 2 палат, квалификационная палата, которая принимает экзамены, и дисциплинарная палата, которая наказывает адвокатов за различные проступки, вплоть до лишения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью. Так вот, для того, чтобы сдать экзамен, надо выучить огромный объем материалов. Притом это 15 разделов законодательства, по всем видам законодательства. Это и история адвокатуры, и организация адвокатской деятельности, и конституционное право, уголовное право, процесс, гражданское право, процесс, финансовое, семейное, жилищное и так далее. 15 разделов. И когда сдает экзамен, у него билет, где все эти 15 разделов, различные вопросы, но по одному вопросу из каждого раздела он должен ответить. Представляете? То есть должен знать все законодательство. Кроме того, вначале проходит письменный экзамен, где ему дают возможность проявить свои знания в написании различного рода документов по уголовным делам, гражданским, административным, хозяйственным. То есть представляете, какой объем знаний? То есть он должен знать все. Потому что это очень сложно. И у нас, одна из немногих комиссий наших квалификационных, которые работают в Одессе, у нас, у нас практически не бывает сдачи экзамена, когда все сдают. Нет. Принцип такой, кто не знает, тот не сдаст. Я не знаю, нравится кому-то или нет, но нам нравится. Кто не знает, тот не сдаст. Поэтому 3, 5, 7 у нас было... Как-то сдавали, один раз в месяц экзамен принимают, и из 22 человек 10 человек не сдали. 10 человек. И такое было. Люди не могли ничего написать. А вы на что надеялись, ребята? Значит, вы не готовились. Вы не готовились. А на что вы надеялись? На Господа Бога? Он не поможет, если знаний нет. Тобто, якщо студент з першого курсу сумлінно, порядно, гідно ставиться до навчання, якщо такий темп продовжиться і коли він подалі обере шлях адвоката, то не може бути проблем. Якщо раптово змінюється ставлення до навчання, якщо є такий темп протягом 5-6 років, то і наступні... Да, він должен понимати, яку спеціальність юридичну він хоче збрати, ким він хоче стати. Якщо він хоче стати адвокатом, треба готуватися, треба багато читати. У нас маса літератури по адвокатуре. Масса. Начиная от древнегреческой, древнеримской, российской, французской. И наша уже мы накопили достаточно большой опыт, поэтому нужно овладевать этими знаниями. Если человек действительно хочет знать, у нас молодые ребята, иногда смотришь, он подготовлен так, что он комиссию эту просит. Спросите меня еще что-нибудь. Они говорят, все достаточно, вы уже знаете. Нет, еще что-то спросите, потому что я это знаю, это знаю, это. То есть знания из него как бы рвутся наружу, настолько он был готов, настолько подготовился. Вот эти редкие экземпляры такие попадают. И потом они становятся весьма великолепными адвокатами. 27 лютого, юридичній академії, день відкритих дверей, пан Йосипу, давайте все ж таки звернемось до абітурієнтів, їх батьків. Чому саме на Одеську юридичну академію повинен впасти ЕКЗОР? Саме цей вибір будемо вважати правильним. То, що я вам розказав, наверное, я би розказав і родителям тих студентів, які в місті зі своїми відпрысками вибирають як би свій життєвий путь, ким вони хочуть стати. І студенти приходять, молоді люди, у деяких, може бути, і є вже, так сказати, тяга або желание стать прокурором или судьей, или адвокатом. И у нас факультеты разные в юридической академии, где можно избрать себе
тот факультет, специальность, по которому ты хочешь приобрести. Поэтому тут нет проблем. Единственное, надо смотреть, какие способности и какое стремление у человека. Но у нас не все обладают, скажем, определенными физическими данными. Физические данные, тот же, знаете, голос, как бы умение общаться с людьми, умение там быстро читать и усваивать материал. Вот это все вместе, знаете, вот, потому что учеба предстоит постоянная. А профессия адвоката – это постоянная систематическая учеба, ежедневная. Достаточно неделю не обратить внимания на то новое законодательство, нормативные акты, которые появляются, которые растут у нас как грибы. Все, ты уже отстал. И можно попасть в неприятное положение, когда в суде будешь ссылаться на какую-то норму закона, которая отменена. Поэтому ежедневно надо все смотреть, все учить. И быть в курсе всего того, что появляется. Иначе этого нельзя делать. От случая к случаю адвокатом не станешь. Только постоянная работа. Только. И мы уговариваем студентов введение систематизации законодательства. Сегодня такое количество. Посмотрите, сколько у нас судов. Каждый что-то принимает, какие-то решения. Надо знать эти решения. Потому что у нас сегодня в Украине действует, так сказать, принцип прецедента. То, что отвергалось когда-то у нас как наука буржуазная. Англичане до сих пор там берут и ссылаются на решение 500-летней давности. Ну вот они в плену своих традиций. А у нас это говорили, что это буржуазная наука. Почему надо ссылаться на решения судов, которые там принимались 30, 40, 50 лет тому назад, мы и сейчас можем принять. Нет, вот такое вот как бы устоявшееся законодательство. Но сегодня оно разрешено. Именно прецедент у нас в праве и наоборот. Сегодня все суды, начиная от суда первой инстанции, апелляционной инстанции, кассационной инстанции, все применяют нормы европейского законодательства, практику европейского суда. Потому что знают по Конституции, что нормы, так сказать, международного права имеют преимущество даже перед нашим законодательством. Вот поэтому и за этим нужно следить. Головна порада молоді і від пана Йосипа Пронса, і взагалі від мене, я пригадую свого наукового керівника, доктора технічних наук, пана Максима Віталійовича, він завжди казав, потрібно навчитися. Якщо нема такого тхисту, то взагалі по життю буде важко. Йосипу Львовичу, я дякую за змістовну розмову, відверту, а без цього ніяк. Бажаю успіхів вам, вашим колегам, нелегкій справі, щоб все в нашій країні, не тільки адвокатів, було добре. Спасибо. Дякую. Дай Бог. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.